Лили. С этим связано единственное изменение в составе. И вот полуудар, полупросток. Центральный круг оставляет впереди только Мовсисяна. Подбирает мяч. Активный Аршавин. Хороший пас. Жирков. Бить. Спасает команду Березовский. Не хватило там центрального нападающего в том месте, куда отбил Березовский. И атака. Ай, как, ну что же такое? Пицелли вышел один на один с Акинфеевым. Акинфеев заставил бразильца натурализованного сместиться туда ближе к углу штрафной. Удар получился не сильным. И какой промах. Какой промах Сергея Игнашевича. Понятно, что не было Анюкова. Анюков задержался на чужой половине поля, потому что была острая атака. Наши едва не забили. Если бы после того, как спас команду Березовский, там оказался центральный нападающий, все могло быть по-другому. Павлюченко бьет и снова спасает команду, но не из-за линии ли? Да, да, Березовский сделал все, что мог, но парировал он этот удар. И в этом четко, и это очень четко увидел боковой арбитр. И решительным таким движением к центру поля показал своему соотечественнику. Первый официальный матч после Лондона здесь. Была игра с Болгарией, то был товарищеский матч. Удар издали. Смотрите, из-под защитника Геворг Казарян. Останавливает Аршавин на самой линии поля. Четкая передача. В одно касание на Семшова. Семшов навешивает. Забивает и забивает. Блистательная комбинация. Блистательная комбинация нашей команды. Снова выведен на ворота Павлюченко. И Павлюченко делает то, что должен делать нападающий в такой ситуации. Прежде всего, он очень точную позицию выбрал. И, конечно, аплодисменты Семшову. Не показывая номера, наверное, обращает внимание наших футболистов на некоторых футболистов сборной Армении, называя их по номерам. Ну что это было? Это был пенальти. Скажем так, Жирков не стал мешать Овсепяну фалить. Но разбег есть. Есть хет-трик. Хет-трик Романа Павлюченко. Переиграл, перехитрил Романа Березовского. Березовский сделал шаг вправо. Павлюченко пробил точно по центру. И мы видим три мяча в трех матчах. Ну а, чтобы быть совсем точным, три мяча в одном матче. Роман Павлюченко. В 40-м матче за сборную Роман Павлюченко доводит счет забитых мячей до 19. 3-1.